едем за Данилкиным траком. Утром приехали, погрузили его. What you cannot find? How call English? The jacket. Jacket. Ну, сумочку с домкратом и там этой железной палкой он не мог найти. Даже смотрел через интернет, где ему объясняли найти, он так и не нашел. Поэтому пришлось вызывать машину, которая забрала его трак. How much you pay? $46. $46 заплатили за то, что они забрали с улицы. Теперь едем. И how much now they say? $46. Again? No, да. Truck pickup. $65 за то, что они погрузили его трак, а сейчас за то, что $46 за то, что починили его колесо. Ну, $100. Ну, что делать? Не мог найти новый трак. Где-то там замуровано все. Ни разу не пользовался, не мог найти. Хотел сам колесо открутить и повезти. Ну, слава богу, все сделали. Фон. Your phone. Yeah, someone's texting me. Ни с кем не контактируем, все на расстоянии. Дяденька приехал, Данилка стоял на расстоянии, карточку, которой он пользовался, я обработала. Ну что делать, жизнь-то продолжается, мы работаем с Данилкой. It's you. Oh, I sent you picture. У него такой сигнал на месседж. Я же чищу свой телефон, чтобы память у меня была. Dollar store? All the stores are working like off. Данилка, видите, у меня побрился, подстригся сам. Ну как, конечно, не остановится же это все. Это срочная такая работа. This is just an excuse for white collar people not to go to work. Daniel, ain't nobody at the hospital. What are interesting? What this hospital for? Why no people? Why did they build that there? Yeah, but why because no Halifax people? Because Halifax built one down the road. Понастроили госпиталь. Competition. But they probably take only people, certain people. They take anybody to live off. Emergency. Yes. If they feel you need full hospital care, they'll put you in an ambulance and ship you over to the one in Deland or Orange City. Это вот где мы были с Данилкой. It's not like that crap place you went to when you were having hard things. Uh-huh. It's not like that. It's up from that. But it's not a full hospital. Не полный госпиталь какой-то он, наполовину. Но что-то никого там нет. It's like an emergency room. Короче, but я работаю сегодня. Florida Hospital built one there is because Halifax built one down the road. Я работаю сегодня, но Данилку ж никто бы не повез. Все держат дистанцию. God, my eyes are tired. Не спал, переживал. У меня тоже anxiety. Все протирало, вот там все ручки, все ключи. Вот. Yes. 181 actually. No, it's 187. $1.87. Yep. You ever thought you'd see it that low? Бензин у нас. And you know who we have to thank за for? Один галлон. Huh? That has nothing to do with the Corona shit. You know who we have to thank for it? What? Russia. They got into a fight with Saudi Arabia over the price of oil, and they just kept lowering their prices. Вот говорит с арабами. Русские поспорили, теперь прайс упал, цена. They don't even use gas in Russia, they use diesel, right? Why don't use gas? I thought most of them were diesel. Florida University too. Только отъехали, видите, еще один госпиталь. Research, not just... Where? I lost. It's right there, you can see the very top of the building, but now you can't see shit. Только видела. Уже не видно. В лесу где-то тут еще, короче, госпиталь. Думала, будет видно.
this hotel. No, hospital. Behind is the hotel. Huh? In front is the hospital. Ah, перед госпиталем. Behind is the hotel. Отель. Это тоже госпиталь, видите? I don't think they get the hotel done yet. Так что понастроили много. Чистила ему очки, свои мою очки, в общем. Коронавир. Паранойя, коронавир. You can't wear that t-shirt at Florida Power. Why? Corona t-shirts. Ah. It's considered bad taste. Дэниел пошел за своим траком, а я салфетками специальными протираю ручки, руль. Не знаю, что-то они... После Данилки все равно протираю. И сижу в машине, никуда я не выхожу. Вот у меня бумага разрешения на то, что я работаю. И как его назвать-то? Клиночек такой. Он острый на самом деле. Данилки выслали вместе с оружием. Тяжелый. И остренький. Пусть лежит. Ничего не помешает. Вот такая у меня обрабатывающая штука с салфетками. Sonic Love. Жду Данилку, хоть бы скорее вышел. Мне ж на работу. Говорит, поехали, забирай меня. All done? All done. All right, I follow you. All right. Еду же за Данилкой. Исправили колесо. Вот так вот, видите. Кому карантин, а кому мучения такие. Вот. Машет. They show you where? Yeah. Не мог найти он этот аптечку, ремонт. Все вчера перерыл. The brochure says it should be right here. Интернет. That, and the book says it should be right here. Показывает, что должно. Okay, where that здесь. White thing is? Uh-huh. Well, it's not there as you see. Uh-huh. It's back here. Let me check. No, Buff, it's right there on the floor. Инструмент. Не мог найти. Вот он где. Okay, you don't need to play with it, huh? All right. It's a little bag. I didn't even know where that comes forward. I gotta put my truck back together before I go to work, didn't I? All right. Нашли. Оп. Было бы дешевле на $50, если бы он сам открутил. Yeah. Не мог найти. Wash your hands. You want a bed? И тоже them. The people in the destination. А? They in destination, people? Yeah. Oh, hurry up, let the baby out. You tell her. Tell her. Well, we go to sleep now, Sochi, I don't know. You let her stay outside? Yeah, what the hell? Wash your hands, baby. Yeah, I will. You gonna give me card back? Yes, I'm getting it out of my wallet right now. That's why I ain't washed my hands yet. I want to make sure to get all the germs out. Let her out before she pees. Jesus. She not pissed. She crazy about that little dog. So what? Still сидит у забора. Сидит у забора. Это тень наша.